И снова всем здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу поговорить о вкусном дрожжевом тесте. Оно ароматное, пышное, легко послушное, легко лепится из него разные наши сдобы, булочки, все что угодно. Секрет в том, что я не добавляю туда ни яйца, ни молоко, ничего. Секрет мой – это майонез. В майонезе есть все, что нам надо, и яйца. В общем, этим секретом я пользуюсь уже давно и решила с вами поделиться. Для теста нам необходимо вот две таких кружечки, я положила муки. Дальше мы ложим 2 чайные ложечки сахара, чайная ложечка соли и майонез. Ну, естественно, мы будем добавлять теплую водичку. Делать я буду в машине. И на это все про все у меня уходит пачечка сухих дрожжей. И по ходу буду подливать теплую водичку. Сейчас я перемешаю все в сухом виде. Добавлю на двоечку и буду добавлять теплую водичку. Водички, ну, не знаю я сколько водички, столько, сколько возьмет тесто. Чтобы тесто было у нас эластичное. Следим за процессом, чтобы оно у нас не затянулось, не стало грубое, как резина. Если водички переборщили, можно добавить муки, ничего страшного. Вот замешиваем тесто. Вот я перелила водички. Нужно добавить муки. В конце замеса добавим растительного масла.